Центральной детской школе искусств прошел концерт игры на ударных музыкальных инструментах. Его участники – школьники разных возрастов, но даже самые юные из них виртуозно владеют инструментом. В программе патриотические композиции и военные марши. По словам наставников, такую музыку играть всегда сложнее. Каждую мелодию нужно в буквальном смысле проживать. Сейчас идет активный конкурсный период, они принимают участие в различных творческих состязаниях. Хочется пожелать им удачи, успехов и, конечно, хочется отметить педагогический состав. Великолепнейшие педагоги, фанаты своего дела, которые захватывают наших ребят. Преподаватели школы искусств не просто опытные музыканты, они настоящие энтузиасты, которые стремятся раскрыть потенциал каждого ребенка. И, как показывает количество побед на областных и государственных конкурсах, у них это получается. Нина Липанова, новости, Химки ТВ.